ПК «Грамотности. Все возрасты покорны». Впервые в регионе прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан старшего возраста. Участники – пенсионеры из 12 муниципалитетов. Все они уже прошли курсы по компьютерной грамотности на базе центров соцобслуживания. Ежегодно мы более 1000 людей обучаем, и это пользуется огромной популярностью. У нас даже есть определенная очередность на подобные курсы. По городу Иваново это где-то около 300 человек. Попасть на эти курсы можно, записавшись по телефону. Телефоны у нас размещены на сайте департамента. Курсы эти проходят бесплатно. Конкурсных заданий несколько. Форматирование в Microsoft Office, набор текста, его выравнивание, изменение размера и цвета шрифта. Интернет-задание, умение пользоваться браузерами. Также участникам за отведенное время необходимо записаться на прием к врачу в онлайн-регистратуре и продемонстрировать навыки пользования порталом госуслуги.ру. Практика обучения пенсионеров в городе существует с 2011 года. Желающих стать продвинутыми пользователями все больше. Цели каждый начинающий юзер преследует разные. Кто-то учится, чтобы, скажем так, быть, как они говорят, на одной волне со своими внуками, чтобы сказать, я вот такой же, как и ты, и, в общем, кто-то для этого. У кого-то практические цели – это и сайт госуслуг, загранпаспорт, ну, некоторые оформляют, электронная регистратура, запись к врачам, ну, скажем так, чтобы облегчить себе жизнь. А кто-то чисто для общения. Хотят пенсионеры научиться пользоваться скайпом, чтобы общаться с родственниками. Были случаи, когда слушатели приходили учиться, чтобы зарегистрироваться на сайтах знакомств. Курс компьютерной грамотности длится 3 недели, занятия по часу в день. Родственники, представители старшего поколения обучать не стремятся, говорят, не хватает терпения. Мне это очень, конечно, пригодилось в моей жизни. Во-первых, для работы в университете третьего возраста. Я черпаю там информацию, записываюсь по электронной регистратуре регулярно, себя и мужа, переписываюсь с друзьями по интернету. И также я зарегистрирована в социальных сетях, тоже общаюсь со своими друзьями. По завершении курса слушатели получают методические материалы на флешке, чтобы по потребности освежить навыки. Возраст, как-никак, память уже не та. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.